мы ребята из Москвы, но мы болеем за Акбарс. И Акбарс, я считаю, самая офигенная команда. Москва болеет за Акбарс! Я из Шымкента, Республика Казахстан. И сейчас я нахожусь в Татнефть-арене, и мы с моим другом Исламом болеем за Акбарс. Я из Кыргызстана, город Джалабад. Болеем за Акбарс уже несколько лет. Не разочаровываемся, потому что они всегда показывают хорошие результаты. Мы приехали с Москвы, чтобы болеть за Акбарс. Все это видно? Я хочу играть в хоккей, но хочу, как все остальные Акбарсы, играть. И хочу очень сильным стать. И желаю Акбарсу победы и здоровья. Я люблю Никулина. Я бы хотела играть, как Эмиль Гарипов. Александр Свитов. Меньше удалений, побольше голов, голевых передач. Никулину, чтобы он защищал ворота, нужно поактивнее в нападении. Я считаю, нужен напор. Александр Свитов очень хороший хоккеист. Пожелание, конечно, чтобы наша команда победила. Вперед. Любим всех. Петров, Никулин, Свитов. Чтоб шайбы забрасывали, удалений не было. Никулин. Чтоб шайбы забрасывал. Никулин и Нильсон. В каждый матч побольше шайб, поменьше травм. Только побед. Зинатулла Белединов. Думаю, что он приведет к победе нашу команду. У них все есть для победы. Им главное желание. Медведев. Главное без травм. Удачи ему. Гарипов. Ну, чтобы как бы побольше в воротах был. Ну, стоял. Без травм тоже, конечно. Ну и удачи ему во всем. Они должны играть, чтобы меньше травм было, штрафов меньше было, ну и голов побольше. Чтоб были победы и не было удалений, чтоб шайбы не пропускали. Желаю удачи, чтоб побеждали всегда, были всегда в бою, самыми первыми, победителями. Самое главное, чтобы всегда были везде первыми. Мы желаем Акбарсу, конечно же, побед, чтобы просто не замечали противников и сносили все команды, которые выходили бы на лед. Любимый город, любимая команда, только вперед, только победа. Акбарс, вперед, мы за тебя! Акбарс, мы верим в вашу победу!